Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info, перед нами Realme 8i. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять функцию кнопок громкости в камере данного устройства. Для этого мы открываем камеру. В камере в правом верхнем углу нажимаем на три точечки, на две точечки, и выбираем настройки. Здесь, в настройках, нам нужно найти с помощью кнопки громкости. И что мы будем делать? Это может быть громкость, затвор или масштаб. Больше видео о данном устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайки и всего хорошего. До свидания.